Мутновато. Всего лишь на 0,5 добавила. А третья снизу? Да, нет. Да. Не видно? Работники металлургического комбината АО «АрселорМиттал Темиртау» проходят медицинский осмотр, чтобы получить коррегирующие защитные очки. Это один из оптимальных вариантов для сотрудников промышленных предприятий, имеющих нарушение зрения. Разработкой, изготовлением и поставкой специализированных очков займутся российские специалисты Суксунского оптико-механического завода. На предприятии порядка 40% людей имеют отклонение от нормального зрения. И для того, чтобы защитить работника на производстве, требуются средства защиты. Но так как у человека, то есть у работника, есть отклонение, мы объединяем в одни очки и защиту, и коррекцию зрения. Медицинский осмотр работников – это обязательный этап, чтобы для каждого человека подобрать очки индивидуально. Офтальмологи проводят экспресс-диагностику, проверяют остроту зрения как на дальние расстояния, так и на близкие. Также уточняют условия работы, чтобы подобрать коррекцию зрения на нужное расстояние. У сотрудников есть и право выбора оправы. Всего представлено 7 вариантов. Каждый может их примерить и подобрать подходящий для себя. Видеть буду, и работать в них удобно, то что не в пластмассовых, вот, как эти пластмассовые очки, что обыкновенно защитные. Но я так думаю, что надеюсь, что лучше будет в этих очках. Если другие не надо будет, как сверху, как раньше, свои одевал очки и сверху еще защитные, а сейчас... Ну, хорошо. Использую свои очки, но у нас вредные факторы различные, пыль, грязь, стекла царапаются, и хочется пользоваться другими очками рабочими, чтобы свои как бы не портить повседневные очки, которыми я пользуюсь обычно. Мне нравится. Есть несколько вариантов, есть чего выбрать. Я доволен, что ArcelorMittal предоставляет такие услуги. По словам специалистов, данные коррегирующие защитные очки способны выдержать низкоэнергетический удар, то есть удар стального шарика на скорости 45 метров в секунду. При этом линза и оправа останутся целыми, тем самым защитят работника. На первом этапе обеспечить специализированными очками планируют порядка 700 сотрудников АО «АрселорМиттал Темиртау». Выдавать очки будут по мере поступления, ориентировочно в августе. Кристина Кириченко, Евгений Ходорев, новости Темиртау.